раз отличный повод на уши поставить город Дед Мороза. Дети ждут, а Жириновки уже тут. Россию я пришел поздравить с Новым годом. Я здесь не для себя, я здесь для народа. Владимир Вольфович народу все покажет о проблемах России. Всю правду расскажет. Насколько хочешь, языков переведет. А если надо, то и Новый год перенесет. Обратите внимание на образование. Школа, бупатки, взятки, порядки. Нам такое образование не нужно. Сплошные осложнения и здравоохранение. Клизмы, пипетки, грелки, таблетки. Все остальное за отдельные деньги. Он покажет вам культуру, разобьет номенклатуру. Да, он избранный, он гуру. Жизнь научит и гулять, и хозяйство поднимать. Ведь Жириновки мы это класс. Вау, ведь он как мы один из нас. И пусть в стране полно забот, я верю, этот Новый год любовь и счастье принесет. Не обойти нам, видимо, проблемы телевидения. Наркотики, насилие, половое бессилие. 100 каналов, ни одного отечественного фильма. Загубит нашу нацию коммерциализация. Банкиры без денег, кругом одни обменники. Весь бизнес скупили отпетые мошенники. Давай, ребята! Давай, ребята! Афганистана, Ирака, Ирана. Надеюсь, Бушу этот куплет перевели. Обратите внимание на спорта угасание. Хоккея, футбола, водного пола. У меня во дворе даже турника нет. Не позволяет этика нести про энергетику. Люди все продрогшие, синие, промозшие. Не видят мое выступление, потому что нет света. Но все же, тем не менее, примите поздравления. Счастья, удачи, стол побогаче. С Новым годом, дорогие россияне!